Образователи прямоходы и обратноходы. И начнем со схемы. Первая схема и вторая схема. Ихнее только отличие в том, что начало первой катушки, начало второй катушки, начало первой катушки и вот где начало второй катушки. Вот и вся разница. А теперь давайте глянем на графике, что получается на выходе. У меня здесь нарисован символический ключ, хотя здесь стоит MOSFET и приходят на него импульсы с генератора. И вот что здесь происходит. Замыкание нашего ключа, на катушку подается напряжение. Есть выбор. Но он примерно около 4 вольт. И если мы его здесь выпрямляем, то мы получаем примерно такое же напряжение на выходе. Закрытие нашего ключа. Масштаб сигнала 20 вольт на клеточку. 1, 2, 3, 3,5 клетки. Амплитуда нашего сигнала, который на обратном ходе, 70 вольт. И если мы его выпрямляем вот этой схемой, то мы получаем такое же примерно напряжение на выходе. Сказать, что этот преобразователь лучше, чем тот, нельзя. У каждого свои преимущества и недостатки.